Счастлив художник, которому судьба подарила возможность потрудиться в храме. И не имеет значения, сельская ли это церковь или кафедральный собор большого города. Везде это Божий дом на земле. И еще, я всегда остро чувствую, как работа над росписями в храмах делает меня сопричастным огромному многовековому потоку предшествующих художников, украшавших наши русские храмы. Через росписи они возносили свою любовь к Господу и Божией Матери. Теперь это делаем мы. It's better.